Дальше читаем. Говорит Аль-Амаль Биль-Муджмаль. Как нужно действовать по непонятному контексту? Яджибу Аль-Мукаллаф Акдул Азм Аль-Амаль Биль-Муджмаль. Мата Хасала Баянуху. Любой человек должен Акдул Азм сделать. Что? Твердое иметь намерение, то есть завязать себе твердое намерение в голове, так, прямой перевод. О том, что он будет действовать по этому непонятному контексту, когда он станет понятным. Понятно или нет? То есть, запишите у себя постановление какое, что в основе ты приостанавливаешься от действия по непонятному контексту. Почему ты, брат, приостанавливаешься? Ну, потому что ты вообще не знаешь, что это означает, как ты будешь по нему действовать, если ты его не понял, так или нет? Но ты имеешь при этом приостанавливание твердое намерение, что как только я узнаю смысл этого аята, я, иншалла, начну по нему действовать. Понятно? Это обязательно для каждого муслима, мусульмана. То, что он имеет в голове намерение, или в сердце, так точнее, намерение, что он, иншалла, будет подчиняться Аллаху и его посланнику в приказах и запретах, как только ему эти приказы и запреты станут ясны и понятны. Понятно? Говорит, он наби, саллаллаху алейхи ва саллям, кад байя.